В рамках 6-го Восточного экономического форума 2021, который проходил в кампусе ДВФУ, Дальневосточный Сбербанк заключил ряд важных соглашений о сотрудничестве с представителями власти и бизнеса. В частности, председатель Дальневосточного Сбербанка Андрей Черкашин и глава Владивостока Константин Шестаков подписали соглашение, согласно которому Сбербанк и городская администрация будут развивать цифровую экономику в дальневосточной столице. Документ призван решать задачи социально-экономического, инвестиционного и цифрового развития краевого центра. Муниципалитеты, как представители государства, так же, как и Сбер, сейчас занимаются тем, чтобы сделать свои сервисы максимально удобными для клиентов с учетом тех технологий, которые сейчас есть. И кроме транспорта, мы сейчас занимаемся новыми технологиями в части медицины и других направлениях, где каждый житель сталкивается с этими либо там каждый день, либо с какой-то большой периодичностью. Поэтому, по сути, по всем направлениям, где идет представление сервисов населению, мы будем вместе с мэрией Владивостока двигаться дальше. По многим направлениям уже ведется плодотворная работа. Так, например, во Владивостоке, начиная с 2019 года, организована безналичная оплата услуг общественного транспорта, наращиваются объемы жилищного строительства и инфраструктурного развития города с привлечением инвестиций Сбербанка. Реализуются проекты с применением схем лизинга по приобретению машин и оборудования для нужд предприятий городского муниципального хозяйства. Алина Черненко, Анастасия Лихман, новости на Восьмом.